Всем привет! Хочу познакомить вас с очередной своей работой. На сегодняшний день это самая маленькая реалистичная игрушка, сшитая мной. В теле ее проходит пластиковый скелет, в лапках, кстати, тоже. Поэтому кролик может легко поворачивать голову, сгинать и разгибать лапки, на которых, кстати, есть малюсенькие коготочки из запекаемой пластики. У кролика есть усы и глазки со следящим эффектом. У него также есть маленький хвостик, который также может менять свое положение. Игрушка очень миниатюрная. Она ростиком всего 10 см. Уютно умещается на ладошке, в коробочке. Может стать хорошим спутником в дорожной сумочке и доставит вам массу приятных впечатлений.